знаю, сейчас покажу, друзья, где я ставлю машину. Ну, сегодня стояночка вообще пустая. Главное, чтобы барахолка была не пустая. Так, ну вот здесь я паркуюсь. Сейчас развернусь и попрем. Все, приятного просмотра. Это ВДВ, что ли? Почем? Заглушку я их отдал. Это механика. А какого года они? Блин, это, короче, 88-й выпуск. Это кто с Афгана выходили, пацаны? Это для них был комплект. Это родной, да? Это? Да, родной. Интересно, с компасом. Да, с компасом, да. Это вообще редкая модель. Ну да, прикольная. Давай, а почем они, Игорь? Вот такой хуй. По полтиннику. Не надо на это, на Сузуки. А ты говори, нет, сам по знакомству. Нарезать резьбу, она как раз войдет. Нет, вообще за недоверие. Посмотрел я тебе, как он. Ну, точно, да, кремлевский, бля. Ну, я тебе говорю. Хорошая тема. Охеренные. Сам подносил. Да, да. Если кто запрёк, да? Бля, портупеи, да, к офицерскому ремню. Тема. Сюда прицепил. Кофеварка такая модная. Работает, да? Рабочая. О чем? 700 рублей. Тебе надо такая? Что это? Да и я думаю. Она бы 30-х годов. Это 700 рублей. Сколько Panasonic? За 500 отдал. Кассета работает, радио работает. А такой? А это, говорю, за 1000. 1000 это нормальный деньги. Вот это 1000, я говорю, вообще. За 1000 нормально работает. Радио, кассета, все работает. А? 1000 отдам, короче. Я сам купил подороже, год назад. А Русь сколько? Отсюда купил, подороже, блядь. Русь сколько? Это за 50, а вы это работаете. Тоже работает, да? Да. Все они работают, все работает. Я сам телемастер, все работает, проверяет. Я любитель музыки, любитель кофе. Все работает. Да. А это я год назад еще был на праздник, пил, подорожек был за 50. Там, да. Опять верту. Да, я помню, подходил. Вы стояли на этом, на уподрезку? Были? Я просто помню вот это. Нет, я смотрю, у вас это... Салтыковку, да? Я у вас там снимал тоже. На уподрезку есть у меня видео на канале. Старое, но не буквально свежее. Ну, месяц назад где-то там был, может... Да. Зажигалок нет советских? Советских. А чем такие? По 200 рублей. У нас стоит за полторы-две кошки. Не, полторы-две. Англия. Красивые. Эти тоже по 200? Ну, большие 250. Ну, все заберете на круг по 200. А кошки по чем? По 1000. Это калейдоскоп. Он сколько стоит? 150. Так это что такое? Это сувенирная продукция. Ну она чему посвященная? Городам или что? Ну
где там, дайте посмотрю. Вроде как рядом. Ну, Швейцария, да, там. Там буран. Не вижу. Таких не найдешь. Как буран первый полетел в Советском Союзе, они были выпущены. В принципе, не смертельно. Не говори. А? Лёва, да? А такой сколько? Лёш. Лёв, 100 рублей. Так вкусно. Mm. Смотрю, что рублей. Ой. Первая мировая. Да? Почем? 2000. А это сколько на год? 500 рублей. Как всегда. Пластмасса все-таки. Будет старый совет. Да я иду, иду. А может быть и советская, а может быть и кооперативная, постсоветская. Нет. О чем чай? За 1000 рублей. Как он весь такой или что-то, я не пойму, что за... Ну вот я его потер, видишь? Ну здесь, да, вроде как, латунь, да? Или что это? Вместе с ложками? Да, совсем. Всеми приблудами. Крышки нет. А, да. Нерабочий. Итак, сколько? Нашел, все бижутерия, да? Японские. Нет, такие. Женские, да? А значок почем? 50 рублей. Лежит давно. Забери его. У меня Сузуки. Не надо. Ну кому-то, может, нужен, посмотрит видео. Я видео снимаю, может. Кто-то придет, возьмет. Это я видела. А, фонарик, да? Ну только он не работает, надо ставить батарейку. О чем? Три штуки. Он на меня начал ругать. Да, такой нормальный.
немножко. Пригодишься. Поход куда-нибудь в эти на шашлык. Острый, крепкий. Ну, командирский почем? Командирский 500 ходит. На крал? Украл у кого-то там? А медных нет щеточек? А медных не бывает. Ну как не бывает? Бывает. Они просто желтые. Ну типа латуневые, да. Нет. Нет? Они только желтые. Ну нет таких? Ну, да, монеты чистыми. Куда так же часы? А я сколько стоит? Серёг, сколько стоит? А сколько вы? 4. Это оригинальный рубль? Да. Почем? 8? 8 с полуточкой. Редкий вариант. А где она стоит? Здесь на гурте, что ли? Нет. Точки идут. Ага. Здесь вот. И последняя половинка. На вот. А, полуточку дайте? Да. Ну, наверное, полуточка в конце. То есть из-за этого стоимость такая, да? Сколько, говорите? 8. А если просто, на, если не было бы точки, сколько она стоит? 5-6. Понятно. А вот это что за монета? Интересная какая-то со звездой тоже. Куба. Куба? Почем? $50. Ну, будем считать, что долларов 40 рублей. Какой 40 рублей? Не, ну будем считать, доллар 40 рублей. Но цена у нее $50. Ну, доллар-то 70 рублей. Нет, берем его 40. Да. 2000. А пуговицы почем? Или все по-разному? А, понятно. Я тебя с Христом спросила. Сейчас спит, нет? Это от чего эти шторки? От какой? 21. А? 21. Спит. Волги, да? Ну да. А вот эти? Откуда? Откуда такие? Где стояли-то? Нигде не стояли. А что? Вытачивали. А, вытачивали. Гирки почем? Это советские? Разные, да. Все. Не сверленные, ничего. Ну, вот такая сколько стоит? Такая 1,5. Маша! Это все... А колодки чьи? Колодки на... Нива и что? Пантер. А. И почем они? А в магазине они сколько? Ну, в магазине они рублей под 400. Mm. А это выходит 200 рублей. На батарейку поставили. Сели, да, уже? Да, сейчас другую поставим. С роботом. Видите, как бегает, о? То есть там вибрация просто, да? Ее надо так наклонять, что ли, да? Ну, ну конечно, вы думаете, что, колесики машины, что ли? Ну, резервируют так. Нет, забавно. Прикольно.
А это устройство сколько стоит, старт? Полторы. Ну, его заряжать надо. Так, друзья, ну вот единственное, что купил на Салтыковке, значок прикольный такой. С эмалями за 100 рублей взял. На ключики повешу. Красивый. Тяжеленький такой. Ну все, всем пока. Я на вернисаж, так что ждите выпуски с вернисажа. Всех обнял. Ставим лайки, друзья. Подписываемся. Пока.